Здравствуйте, меня зовут Иван Святов. Я специалист по приему и выдаче документов Центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Кочаневского района Новосибирской области. Мой день начинается ранним утром, за 35 километров от места работы в селе Новомихайловка. Для того, чтобы попасть на работу, мне нужно поехать на автобусе номер 2 маршрутом Новомихайловка-Кочанево. В Центр госуслуг я приезжаю первым, встречаю всех своих коллег, желаю им доброго утра и хорошего рабочего дня. В 8 утра в нашем центре начинается прием заявителей. Так как я специалист-универсал, работа есть всегда. В мои основные обязанности входит прием и выдача документов, а также консультирование заявителей по вопросам социальной сферы, сферы предпринимательства и сферы недвижимости. Ежедневно я выдаю государственные сертификаты на материнский капитал, выписки из реестров, принимаю заявления на оформление паспорта, оформляю различные пособия и компенсации молодым родителям. Помимо этого, я помогаю начинающим предпринимателям сделать первый шаг в сферу бизнеса, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, получить информацию о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса. В связи с тем, что я работаю в небольшом центре, иногда мне приходится быть не только специалистом по приему и выдаче документов, но и администратором и специалистом по обработке документов. Ведь универсальный специалист – это как универсальный солдат, должен быть всегда и ко всему готов. Я постоянно повышаю свой уровень профессиональных знаний, проходя стажировки в органах власти и изучая нормативные документы. Наш учебный центр разработал обширную библиотеку видеоинструкций, с помощью которых я могу постоянно поддерживать свой уровень знаний по порядку предоставления услуг и узнавать новые возможности программного продукта в любое время. Когда в наш центр приходят новые сотрудники, я с удовольствием наставляю их в начале профессионального пути. Несмотря на огромную ежедневную ответственность и большой объем информации, я очень люблю свою работу и с огромным желанием еду сюда каждый день, потому что я знаю, что здесь меня ждут люди, которым нужна моя помощь. Мне повезло, что после окончания второго курса университета, перейдя на заочную форму обучения, я пришел на работу в «Мои документы». Здесь я получаю огромный, бесценнейший опыт, который полезен мне не только в учебе, но и во всех сферах моей жизни. После трудового дня отдохнуть и восстановить силы мне помогает природа. Летом работа в огороде, собирание грибов, рыбалка и просто отдых с друзьями. Зимой прогулки на лыжах. Мне нравится быть частью большой команды профессионалов и общими усилиями делать процесс получения государственных и муниципальных услуг для граждан моей страны проще и удобнее. Мои документы. Спасибо за возможность.